получил четверть на все отлично. Неужели я не заслужил на подарок? Ух ты! Новые роботы Микарт! Я тоже такие хочу. Мама! Мама! Я там видел новых роботов Микарт! Ними можно играть не только как роботами, но и есть настольная игра с карточками. Еще роботы! Тим, ну у тебя и так есть и скричеры, и Манкарт, и трансформеры. Зачем тебе еще роботы? У тебя и так их много. Это не просто роботы. Там есть настольная игра на карточках. Там надо посчитывать баллы. И такого у меня еще не было. Тим, ну у тебя много чего не было. Мы же не можем купить все игрушки, которые есть на этой планете, правда? Ну, мам, давай как подарок. Я же закончил четверть на все отлично. Неужели я не заслужил на подарок? Ты большой молодец, что закончил четверть на все отлично. Это очень здорово. Ну, мы же не будем покупать подарки за каждую четверть, да? А потом ты захочешь за каждую оценку, за каждую контрольную. Мам, ну пожалуйста. А еще это был бы хороший стимул. Тогда бы я и следующую четверть бы хорошо старался. Пожалуйста. Ну, я подумаю, иди. Все отлично в табеле за четверть, это, конечно, хорошо. Как думаете, ребята, он заслужил на подарок? А вы бы хотели подарок за хорошие оценки? Надо подумать. Посмотрим, что же такое этот Микарт. Так, ну, вижу роботы. Ага, и карточная игра Микарт. Интересная игра. Действительно необычно. Получается, настольная игра с машинками-роботами. Интересно. Ха, ну что, попробуем заказать? Давай закажем. Давай закажу. Посмотрим, где... У нас продаются Микарты. Трансформеры Микарт. Так, купить. Так, и кто же их продает? О, наш Таратой. А ну посмотрим. В магазине Таратой уже есть. Да тут их много, они разные. Думаю, он все-таки заслужил подарок. Сделаю ему сюрприз. Карт? Что? Еще один Микарт? 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 Не понял. Это что, мне снится? Еще ущипну себя. Ай! Нет, не снится. У меня Микарт! Пойду расскажу маме. Пожалуйста. Ну, думаю, ты заслужил. И сладенькая она. Спасибо. Кстати, Микарт называется именно игра, так называется. А машинка-трансформер называется Микардимал. Интересно, да? Да.
выпускает эти игрушки фирма Mattel. Mattel? Да, смотрите. Эта же фирма выпускает и Hot Wheels. Да. Потому игрушки будут качественные. Я заказала тебе два трансформера. Один называется Монтари, вот такой вот. И он трансформируется в паука. Прикольно. И еще один Stormhorn, он трансформируется в быка. Они все сильные. Угу. Давай открывать и заодно разберемся, как играть в эту карточную игру. Да, кстати, условия еще не такие простые. Но я тебе сейчас все расскажу, потому что я уже разобралась. Давай открывать. Давай. Вот тут снизу есть. Ты сначала хочешь быка открывать? Да. Ну давай, быка сначала давай. Вот бык. Опа. Вот смотрите, какой трансформер. Он тут у нас на стяжечках. Да. Нужны ножнички. Опа. Ой, уже что-то трансформируется. Ой. Опа. Ого-го. Что это за монстр такой? Смотрите. Ну, быка я узнаю, узнаю. А как же его трансформировать в машинку? Вот так. Опа. Ой. Колесо не попало. Попало. Да, попало. Очень, кстати, легко. Смотрите, какая машинка. И маленькая. Смотрите. Интересненько. Да. А как ее трансформировать назад? А для того, чтобы трансформировать машинку назад, нужна карточка. И пускаем. О! Интересненько. Мне Микарт чем-то напоминает скритчеров. Там надо было наезжать на жетоны специальные магнитные, да. А тут на карточки. И карточки тоже похожи, что специальные магнитные, да? Они тоже примагничиваются, да. Смотрите. Оп. И они разные. Это Монтари. Получается, это карточка вот этого нашего Микарда. Да. Да? Вот смотри, Монтари. Тут какой-то другой робот. А тут кто? Акула. Робот-акула. Робот-акула. Ага. То есть смотри, все карточки, они принадлежат разным героям, Микардималам. И на них разные очки, разные свойства. Баллы. Угу. Ну, давай откроем еще одного. Давай. И посмотрим, как же играть в эту карточную игру. Давай, вот этот паук. Ух ты, мама, тут еще есть другие карточки. Ну, карточек много, карточки все разные. Вот. Раз. Два. И раз. А теперь он вот такой. Че интересный. Угу. Смотри, какой. Ой, подожди, а как его? Вот так. Как его? Вот, вот так? Вот паутина. Ага, вот так? Смотрите. Какой паук. Супер-злой. Ой, да, злющий. Смотри, какая у него противная здесь голова. Я так не люблю пауков, а. Ой, очень не люблю пауков. Трансформирую его в машинку и давай будем пускать. А здесь, смотрите, еще вот такая карточка. Кстати, попалась еще карточка Stormhorn, выкатывай его. И еще вот такая карточка. А таких у нас уже две. О. Сначала закрываем дверьки, одну, вторую дверьку, оп, и потом складываем вот эту паутинку и прячем старшничью голову. Оп, все, машинка готова. Кстати, такой розовый кар получился. Розовый, супер, быстрый. Я буду с розовой машинкой. Окей. В игре. Давай посмотрим, как она трансформируется. Давай. А можно я запущу? Да. Да? Вот. Ну-ка. Опа! Опа!
Прикольно! Вот смотри! Смотри, какой сразу паук! Взял! Ух ты! Есть! Прикольненько, правда? Да, классно. Вообще, очень интересно. Ну а что, а теперь карточная игра? Да. Давай челлендж, да? Вызываю тебя на челлендж. А я... Давай. Тут надо перевернуть все карточки рубашками вверх. Перемешиваем их. Ты себе бери три карточки, любые, не глядя. Ну, и три достанутся мне. Побеждает тот, кто первым соберет три карточки. Причем не просто три карточки, а три карточки разных типов. Как? Бронзовая. Бронза. Вот, видишь, бронза внизу? Да. Потом серебро и золото. То есть выигрывает тот, кто собирает три карточки трех уровней, трех типов. Золото, серебро и бронза. Да. Готов? Да. Давай. Значит, вот это у нас с тобой игровое поле. Я свои карточки располагаю вот здесь, а твои можно поставить вот здесь. Угу. И мы будем одновременно пускать машинки. Угу. Погнали? Погнали. Давай. Один, два, три. Мегардивали. Вперед! Я трансформировался. Есть! Мой бык трансформировался. Да, твой бык трансформировался и захватил карточку. Серебряную карточку. Смотрите, ребята, вы видите? Еще и серебряную карточку. Причем, смотри, так как мой робот не смог поднять ни одной карточки, поэтому баллы мы сравнивать не будем. Но у тебя здесь есть еще две дополнительные силы. Смотрите, гладик обозначает, что можно подсмотреть, что находится на одной из карточек, потому что здесь циферка 1. А вот эта стрелочка круговая, она обозначает, что можно перевернуть карты на 180 градусов. Ух ты! То есть ты можешь подсмотреть и повернуть карты более удобными, более выгодными для тебя баллами. Угу. Будешь пользоваться суперсилами? Конечно! Причем ты можешь воспользоваться сразу двумя, потому что ты умудрился с первого же боя захватить карточку Стормхорна. Поэтому ты можешь воспользоваться и одной, и второй дополнительной силой. Пользуешься ими? Конечно же. Ну давай. Причем смотри, силой быка ты можешь воспользоваться только сейчас. Mm-hmm. То есть только сейчас можешь подсмотреть свою карточку. Mm-hmm. Ну, а вот перевернуть карточки ты можешь и в другое время. Выбирай сам. И два раза, да, получается? Две карточки, да. Потому что у тебя тут двоечка. Mm-hmm. Ну давай, смотри, что у тебя там. Я хочу эту. Ух ты! Я ее разворачивать не буду, потому что она и так у меня стоит более высоким баллом. Да. Ну все, первую карточку ты заработал. Серебро. Собирай своего микардимала. А у нас второй батл. Один, два, три. Микардимали, вперед! Что у меня она опять не перевернулась. Смотри, она захватила карточку, но не перевернулась. Ты снова захватил карточку, а я нет, поэтому баллы опять не сравниваем. Но эта карточка не быка, это карточка, вот она, другого героя. Он называется как? Эван. Эван. Карточка Эвана. Поэтому силой дополнительной ты воспользоваться не можешь. Но все равно у меня он попал на черный. Нет, ты просто поймал, это в этом случае это нет никакой разницы. Это если и у меня перевернулась карточка, тогда бы мы сравнивали баллы. Но у меня уже есть золотая карточка. Да, вот золотая карточка у тебя есть. И я тебе напоминаю, ты можешь воспользоваться своей дополнительной силой, можешь перевернуть оставшуюся карточку. И я это, конечно же, но это неизвестно, плюс это или минус, потому что ты же не видел, что там, какой стороной к тебе стоит. Поэтому это на удачу. Хочешь, переворачиваешь, хочешь, нет. Точно, не для чего смотреть. Смотреть нельзя.
Переворачиваешь или оставляешь? Не переворачиваю. Ну все, тогда третий батл. Держи. Один, два, три. Мы кардимали. Вперед! Я уехал тоже. И у меня. Мы умудрились так запустить, что ни одна машинка не схватила карточку. Это значит, просто ставим машинку на линию старта опять. И все. Ясно. Один, два, три. Мы кардимали. Вперед! Есть! Ну, наконец-то! Наконец-то мне удалось трансформироваться и захватить карточку. Ну, эта карточка не моя. Это King Джейс какой-то. Вот. Акулы. Да, это акулы карточка. Ой, а я тут не сняла... Силы. Какой же я отношусь, да. В руки. Да-да-да. Синих. Вот, группа синих у меня. Ну, баллы мы не сравниваем. Дополнительной силой вот этой вот обведенной черненьким я не могу воспользоваться, потому что эта карточка не моего робота. А вот с глазиком я воспользоваться могу. И я это сделаю. Значит, у меня первая серебряная карточка. И я попробую перевернуть вот эту карточку. Посмотрите. Так, и что тут у меня? Ага. Ну, она стоит более высоким для меня баллом. Это отлично. Четвертый батл. Один, два, три. Мы кардимали. Вперед! О! Есть, есть, есть. И я трансформировалась. И ты трансформировался. Значит, сравниваем баллы. Значит, смотри. Мой робот принадлежит группе к лагерю синих, поэтому считается, баллы считаются синие. У меня 130 баллов. А у меня я черный, и я попал на черный. И 100. А у Тимы 100. Поэтому ты свою карточку снимаешь и ложишь обратно. Да. А у меня есть золотая карточка. В этом раунде победила я. Но дополнительной силой я воспользоваться не могу, потому что эта карточка не моего героя. Да, ну вот так. А там один или два? Один. Один. Но у нас 2-2. Да. Пятый раунд. Один, два, три. Мы кардимали. Вперед! Оба трансформировались, мы кардимала, поэтому все будет зависеть от того, кто какой балл заработал. Давай сравнивать. Так, значит, у меня синий робот и у меня 50 очков. У тебя что там? А у меня черный и у меня сотня. Сотню? Да. Сотня у него. У него сотня? А карточка какая у тебя? Бронзовая, последняя. Еще и все три карточки собрала. Все, он победил. А мы проиграли с моим паучком. Ну, поздравляю. Все, я заработал все кубки. Поздравляю, да, Тима победил. Челлендж он победил. Прикольные, да, машинки? Да. Классные машинки. Интересная игра. Хочешь, просто трансформируешь, а хочешь, играешь более сложную игру. Они вообще, я смотрела на инструкции, написано, что они по возрасту 6+. То есть для ребят помладше можно просто играться и трансформировать, да? Просто играть как обычными машинками-трансформерами, что тоже очень прикольно. Да. А для ребят постарше вот такая вот карточная игра на логику. Причем, это мы с тобой играли двумя машинками, да. У нас только две. А можно играть даже тремя машинками, то есть от одной до трех. Просто машинки пускать по очереди на карточке. Классные карточки? Да. Мне тоже они понравились. Но здесь еще смотри. Здесь еще есть много всего интересного. Это ты о чем? Это я о том, что у нас самые маленькие роботы. Да. А здесь есть еще роботы, грузовики. Вот, смотрите. Они намного крупнее. И есть вообще... Мега-роботы-драконы. Это вообще очень крутые роботы.
Давай так. Давай так, ребята, вам интересен Микар? Давайте так. Голосуем лайками. Набираем 5000 лайков. Заказываем грузовик Микар. И посмотрим, как можно играть этими грузовиками. Они тоже крупные. А если ребята проголосуют и поставят 10 тысяч лайков, 10 тысяч, ну тогда закажем вообще вот этого паука. Тима хочет паука. Паука. Вообще огроменного, да? Да. Ну давайте, если вам интересно, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал Супер Тима. У нас все самые крутые новиночки. Будьте с нами, ребята, и пока-пока. Пока-пока.